Коржеский привет! Меня зовут Элли, я первая в России корги-видеоблогер. Не забывай подписываться и ставить лайки. Иначе я приду ночью и укушу за бочок. Итак, ребят, сегодня я вам расскажу про разные породы, которые скрестили с корги. Итак, ребята, первая помесь — это лабрадор и корги. Итак, это лабрадудель. Эта собака переняла все привычки корги. И уход за шерстью у нее как у лабрадора. И следующая порода — это доберман и корги. Вот эта собачка. Внешне покрасом похожа на добермана, а характер у нее такой же дружелюбный, как у корги. Следующая порода — это сибаину и корги. Получается такой довольно милый щенок. Он похож на просто уменьшенную копию сибаины на коротких лапках. Следующая порода — это немецкая овчарка и, конечно же, опять наши любимые корги. И у этой замечательной пары получается такой миленький щенок. Он очень похож на овчара, но характер и уход за шерстью такой же, как и у корги. Следующая порода — это померанский шпиц и корги. И вот такой прикольненький щенок. Смотрите, он такой маленький и пушистый, похож на корги и шпица одновременно. Ну и последняя порода на сегодня — это чихуахуа и корги. Вот такая вот веселая собака. Улыбка прям как у корги. Уши большие и немножко вытянутое тело. Ну что, ребята, на этом мы оканчиваем наше веселое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, ну а пока.